продолжается работа выставки World Food Moscow. И сегодня мы вас познакомим с широкой географией наших участников. В этом году на выставке представлены компании из 24 стран мира и 54 регионов России. Иностранные производители будут представлены компаниями из Алжира, Армении, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Исламской Республики Иран, Казахстана, Киргизии, Китая, Республики Корея, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Польши, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана, Чешской Республики, Чили, Шри-Ланки и Эквадора. Из 54 регионов России впервые свою продукцию на выставке представят Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, город Севастополь. На World Food Moscow можно не только расширить географию продаж в России, но и развить экспортный потенциал, а также провести переговоры с поставщиками ингредиентов и закупщиков из Китая. Активная работа не прекращается и в залах деловой программы. В этом году, помимо стандартных форматов, впервые на выставке посетителей ждет формат кулинарного шоу. В течение 3 дней на настоящей кухне, построенной специально для проекта, шеф-повара готовят блюда из продукции участников. И сегодня на площадке кулинарного марафона работал шеф-повар из Аргентины. А завтра мы ждем шеф-повара из Таиланда. А завтра мы расскажем вам о специальных форматах экспозиции выставки этого года.